Итак, сегодня у нас очередная посылка. По весу в ней что-то интересное. Несколько килограмм весит, по-моему. Ну что, откроем, посмотрим? Я думаю, что вы со мной согласитесь, что имеет смысл ее иногда и открыть. И посмотреть, чего такое пришло. Открываю, как обычно, стараясь не повредить тому, что внутри. Не всегда такое получается. Но самое главное постараться. Хорошо запечатали, честно вам скажу. Я не знаю, вот в принципе такую же коробку должно быть просто открывать. Но только теоретически, судя по всему. Так. Кстати, я ее вскрыл по принципу. Откройся сесами. Бум. Как говорится, где наш РПГ не проходил? Представляете, если бы у Али-Бабы для открытия дверки пещеры сокровищ был бы какой-нибудь РПГ-7, РПГ-9 или что-нибудь подобное, да что бы он делал? Да ничего бы он не делал. Он спокойно прошел. Никакие разбойники бы ему не помешали. Чего еще вот есть интересно? Так. Все. Все. Всего по всему. Коробочки все. Коробочку мы можем убрать в сторону. Ну, а как вы думаете, что вот это такое? Если вы думаете, что это броня какого-то типа, то вы, скорее всего, правы. В общем, на ней явно, видите, какой-то слой чего-то еще остался. Интересно, вот это недообработанные вещи просто. Видите, вот этот материал. То есть покрытия здесь как такового дополнительного нету. Но всякая ерунда здесь отслаивается. Ну, вещь дешевая, честно вам скажу. Потому что покупаю не для носки, а для тестов, для ознакомления. Чего-либо такого. Вот теоретически это у нас пластины 3А класса, жесткие. Я буду их проверять. То есть берем вот такую вот наклейку и наклеиваем ее на эту пластину. Потому что ничего на ней нету. Это, кстати, очень странно. И я буду это проверять, потому что не совпадает с тем, что должно было быть в пакете. Но зато позволяет посмотреть на то, что это такое. Бам, бам, барам, бам, бам. Не ожидал. Честно вам скажу. Это фирма БАМ, так называемая. То есть это вот можно посмотреть, как реально выглядит материал жесткого варианта пластин класса 3А. То есть, реально говоря, работающая по какому-то такому интересному принципу. Видите, вот такой толщины. Вещь не легенькая, сравнительно, конечно. Сейчас мы взвесим одну из этих пластинок. Если удастся. Полтора килограмма. Килограмм 650 грамм. Весит одна из таких пластин. Может быть, вот так вот будет лучше видно. Слушайте, она еще и стоит. Представляете? То есть баланс есть. 1657 грамм. Надеюсь, вам это видно. Вот такие вот пластины. Реально говоря, используются много где. Или использовались много где. Это так называемый жесткий класс. То есть это не сталь. И для, видите, вот магнит. Никакой стали он здесь нигде не чувствует. Это просто очень-очень много слоев. То ли кевлара, то ли какой-то еще вариация. Вот видите, вот эта пластина. Вариации баллистических файберов. Что такое файбер?
баллистического волокна. Заговариваюсь я тут с вами. Наверное, чая мне не хватает. Кстати, как вам такой вид? Бороду будут отращивать длиннее или нет? Обычно я вот это все сбриваю, и у меня остается усы с бородой. И на голове тоже все сбриваю. Сейчас вы видите, непонятно, что у меня на голове. Пам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Вещь жесткая. Это какие-нибудь рамидные волокна, скорее всего. Для теста, я думаю, более чем подойдет. Давайте померим их размеры. Так, ширина у нас 10 дюймов. А длина у нас, если я правильно помню, должна быть 12. Ну, в принципе, так и есть, 12 дюймов. Если брать в советских понятиях или метрической форме, это у меня 25 с небольшим сантиметров ширина и 29,5 сантиметров длина пластин. Ну, две такие пластины, передняя и задняя теоретически, сделаны очень, скажем так, судя по всему, кустарно, потому что нету покрытия, нету ничего такого. Скажем так, я ожидал лучше качества, даже за те же деньги. Но буду знать, что можно купить за такие суммы денег. Эти пластины будут использоваться в тестах. Я хочу проверить, насколько они действительно держат порезы и удары разнообразными типами либо ударных инструментов, либо боевых ножей, к тому же того же типа кукри. Не знаю, насколько это реалистично, но бронежилеты, в принципе, должны держать порезы и удары тоже в дополнение к пулям определенного калибра. Дешевые такие вот пластины для данной цели более чем достаточны, с моей точки зрения. Также я хочу найти, наверное, мягкие пластины класса 3А. И посмотрим, что это будет. Я проверю свой заказ, чтобы понять, что именно вот это было. Потому что вот такого я никогда, честно говоря, не видел. Ну, что-то новое. Для меня тоже. Вот такие вот две пластинки от фирмы BAM. Из арамидных волокон. Надеюсь, вам это было интересно. Потому что я немножко так удивлен, что это такое. И, конечно, проверять на складных ножах все-таки не стоит. Потому что нож сам может быть опасен для самого. И пригодятся, соответственно, в данной ситуации нормальные перчатки. Не эти, конечно. А перчатки, наверное, типа того, что я показывал в отдельном видео. Которые держат порезы. Чтобы случайно, если вдруг при ударе соскользнет рука на клинок, хотя бы пальцы себе не отрежу. Вот так вот. Интересно. Что это такое? Как вы думаете, а что это такое? Или, может быть, потом вообще Петрович такую вещь отошлю? Пусть он из нее какие-нибудь дырки поделает у себя в тире. У меня такого тира нету. Когда вернется. Он сейчас временно отсутствует. Слушайте, ну вот все-таки заусенцев от таких вещей можно набрать много. Просто на ощупь совершенно не гладкая вещь. Честно вам говорю. Все. До следующего видео. Спасибо за внимание.